В поселке Садовое города Хасавюрт прошло открытие мемориальной доски в честь Героя России Магомедказыма Гаирханова, подполковника милиции, который трагически погиб 12 сентября 2010 года при исполнении служебного долга. На памятном мероприятии присутствовали общественные и политические деятели города и Казбековского района, представители духовенства и жители поселка. Открывая собрание, заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Хайбулла Умаров поприветствовал всех собравшихся от имени главы города Зайнутдина Акмазова. В 2012 году по ходатайству Дагестанской региональной правозащитной общественной организации «Наш дом» и обращению жителей улицы 5 решением городского собрания, Хасавюртовского городского собрания депутатов, улица 5 в поселке Садовый присвоено имя Героя Российской Федерации, подполковника милиции, командира специального боевого подразделения Кречет МВД Республики Калмыкия Магомедказыма Гаирханова. Далее перед собравшимися выступили народный герой Дагестана, председатель Совета ветеранов МВД по городу Хасавюрт Зайбуддин Омаров и заместитель имама центральной мечети Камильгерей Салгиреев. Каждый отмечал героизм и мужество, которое при жизни проявлял Магомедказым, исполняя свой служебный долг. Этот человек отдал жизнь, получил много ранений. Что можно к этому добавить? Это говорит, что действительно этот человек был герой. А героев мы должны чтить и помнить. На их примере мы должны воспитывать наше подрастающее поколение, чтобы у нас и в дальнейшем на примере вот таких героев рождались новые герои. Он шагнул до смерти. Он остался верен до конца своих дней, верен своей присяге, своим народу, своей чести и достоинству офицера. Дух, слава, честь и достоинство нашего народа. Ни одного бандита никому не удастся, значит, унизить. Вот такой мы народ. Это наша земля, это наша родина. Слава тем героям, которые ушли, отдав самую драгоценную жизнь за наш сегодняшний день. Магомедказым Гаирханов с сентября 2010 года находился в специальной командировке на Северном Кавказе. Руководил группой мобильного отряда в селении Комсомольское Кизилюртовского района. 12 сентября во время штурма частного дома в результате столкновения с противником погиб. 23 декабря 2011 года указом президента страны за мужество и героизм, проявленные при исполнении долга, Магомедказыму Гаирханову присвоено звание Героя России посмертно. Честь героя одиночными. Вика Сулейманова, Расул Гаджиев. Информационная программа «Пульс».